Да, да. Мы себе ее заберем. Да, конечно. Самая младшая, Ангелина, выбрала самый сложный дизайн свечки, так называемая башенка или по-другому елочка. Давай, мне нужна определенная форма. Делают свечи из пчелиного воска, вощины. От тепла рук она размягчается и легко сгибается. Сотрудник музея Илья Кошевой сам не так давно научился крутить свечи, когда вел мастер-класс вместо приболевшего коллеги. Теперь справляется с непредвиденными задачами. Попробую поставить. Она ставится у тебя? Угу. Значит, сделаем для нее основание еще. В этом проблемы нет. Девочкам важно, чтобы свечка не просто была, а была красивой. Хочу бантик. К такому повороту Илья готов. Заранее принес всевозможные блестки, ленточки и цветы. Ну, один этот отвалился. Чего? Так вот затягивай. Угу. Все получилось. Свечки большие и маленькие. Ангелина размышляет, кому поделку подарить. Ирине Николаевне, наверное. Самый-самый-самый строгий воспитатель. Ну, ладно, добрый воспитатель. На этом не все. Гостей ждет экскурсовод. Он рассказывает о старинном доме. Построил здание тюменский купец. Потом оно досталось советской власти. Детям понравился зал, посвященный Василию Блюхеру. Но дело не в маршале, а в его питомце. Есть у нас там собачка. Очень почему-то люди любят обращать на нее внимание. Так прошел выходной воспитанников Ямальского детского дома. Почти каждую неделю они бывают на выставках, экскурсиях, мастер-классах. Скоро собираются посетить кузнеца и его кузницу. Марина Осколкова, Клементий Горбунов. Время Ямала. Тюмень.